Анонс и точно до выхода 117 серии сериала «Ветреный холм». 117 серия сериала будет в эфир 11 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Халили Зайнеп проводит время с ребенком. Когда девочка просит их взяться за руки, они делают это, чтобы лишний раз не расстраивать ее. Зайнеп злится на Альбера. Она требует от мужчины, чтобы он оставил ее на конец покоя. Альбера это злит. Он не собирается сдаваться и хочет разлучить Халиля и Зайнеп крайне жестоким способом. Сингуль никак не может принять факт того, что ее племянник счастлив Зайнеп. Однако ей говорят, что у Халиля есть своя голова на плечах, и только ему решать, с кем провести эту жизнь. Вечером Альбер пробирается к машине Халиля и перерезает на ней тормоза. На следующий день, когда Халиль пользуется машиной, то отказывает тормоза, и он попадает в аварию. 117 серия сериала выйдет в эфир 11 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.